Всем привет, с вами Георгий Макеев. Напротив Кремля, там, где лет 10 назад разобрали гостиницу «Россия», где до сих пор был огромный пустырь, сейчас быстро строится огромный парк зарядье. Парк будет природно-ландшафтным, и здесь будет представлено 4 вида ландшафта, наиболее характерных для нашей страны. Северная природа, заливные луга, лес и тайга, а также крытый павильон «Стеклянная кора», где температура всегда будет несколько выше, чем в городе. Там будут представлены субтропики. А там, вдалеке, в центре парка, огромное желтое сооружение. Это строящаяся филармония. Левее ее, на Варварке, будет построена гостиница. И самы Варварки сделают пешеходную зону, уж не знаю, в этом ли году или чуть позже. Левее, там же на Варварке, где будут заливные луга, будет протекать микроручей. Оставят и тот небольшой черный информационный павильон, где рассказывается об истории Зарядья. Это исторический район Москвы. За торговыми рядами. Зарядье. Уже в этом году благоустроят эту москворецкую и соседнюю Котельническую набережную. Здесь впереди появится причал для теплоходов. Над ним оригинальный парящий мост. Толком и не мост даже. Он будет в виде параболы. Сказывается, физико-математическая школа. А? Так вот, он будет доводить до середины реки Москвы и везти обратно. Будет парить над рекою. Ничего с собой парк загораживать не будет. Наоборот, отсюда будут открываться отличные виды. Зимой это будет самая популярная горка для катания на санках. Будет здесь и ледяная пещера, где температура будет всегда от 5 до 20 градусов ниже нуля. Строится парк очень быстро. Прошлым летом по ночам можно было наблюдать, как баржи доставляют сюда огромное количество грунта, специально разработанного для выращивания нехарактерных для московского климата растений. В декабре минувшего года приступили к высадке, собственно, растений, деревьев и кустарников. Сначала посадили карельскую березу, потом другие деревья. И вообще, проезжая каждую неделю, я наблюдаю здесь уже совсем новые виды, новые деревья и холмы. Открытие парка запланировано уже на День города в сентябре. Так что приезжайте, погуляем.